Пошла на проходку. Это 10 километров быстрым шагом, так что все равно прийти домой теплой, потной, горячей и так далее. Зачем мы все это делаем? Зачем это так надо? Ну, во-первых, это настроение. Если бы я осталась дома, я бы не увидела солнце, не услышала, там где-то чирикали, кстати, птицы. Вот, не увидела бы прохожих, которые мне там подмигивают. Типа, ты ходишь, молодец, я тоже хожу. Вот, ну не знаю, вот это вот все, это называется счастье. Это счастье можно просидеть дома. А когда вы счастье идете и ловите на улице, то это становится вашим днем. Вот эта прогулка сделала мой день. Завтра, нет, послезавтра, точно побегу. Завтра переезд, а послезавтра точно побегу. Найду себе пробежечную зону, потому что это кусок счастья в этой жизни. Но это не только кусок счастья в этой жизни, это еще развиты капиллярные сети. А у кого они развиты, тот всегда молод. Это большое количество митохондрий, это штучки, которые сжигают пищу с образованием энергии. Или не сжигают пищу, а способствуют тому, что жира все больше и больше. Понимаете? То есть это длина и качество нашей жизни. И все это всего лишь физическая нагрузка.